Куда ты нас, сука, сюда забрел? Прекрати орать, мы уже почти тут. Короткий ли путь? Осел проклятый, зачем было слушать тебя? Что за херню ты напялил на себя? Я работаю пуглым. Господи, спаси меня от этого долбанутого, его уже не спасти. Что это? Этот шизоглавый снова сбежал, и теперь шастает по обрыганным помоям. Сучара, куда ты меня поволок? Здрасте, кошельки, мы отправляемся вновь на дно. Отель дедов-пивоваров. Раз мы прибыли в подвал, самое время попиздить. Во время вечерка, если найдете этого мудака, отпинайте его трижды, а лучше четырежды. Этот эмо-бой стырил мои накладные ресницы, сбежав. Но не спешите. Ведь у него есть отчим из подвала, который нахерачился стиральным порошком, напялив на себя коробку. Также следует ожидать поехавшую, которая упала в белую жидкость и превратилась в ебаную субстанцию. Если вы умеете базарить на районе, то эти кореши вам могут помочь, а если нет, то они вам оформят гроб. На первой донатной хуйне будет накрашенная и хмельная детинсайдница. Раз завели речь о донатной херотине, время предоставить нового раба, но снял фильм, или хотел сняться в нем. Yes. У меня есть для тебя решение. Заходи на мой Discord-сервер. Там я оповещаю людей последними новостями, а также общаюсь. Ссылка будет в описании. Ну чё, народ, погнали нахуй! Whoa, hey, 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 hey! Sing! Камеру вырубаем! И новый рап от... Эй, чурка, верни супер-картиночку, хули контору палишь. Итак, новый рап, ебанутый гачи-мен с монтировкой. Этот мужик любит орать во всю глотку, как бустер. И чем ближе ты к рабу, тем сильнее он вхерачит тебе в хлебало. Он был в гостях у бабушки и стал непробиваемым. Его ульта какая-то невообразимая херота. Он светит в хлебальнике своим противникам, которые ослепляются к черту. Из-за этого они не могут, сука, даже попасть и стреляют в себя. Но у нее есть одна прикольха, а именно, если к нему пристроиться сзади, то он откиснет нахуй. А также его скин на резчик детей, который находится в донатной хуйне. Ну и самое время пройтись по списку еще одного хламу. И это, мусорные пекарни пеперони. Я-то вы не ныли, он будет не за донат, летчица из Узбекистана и ветеранская сопля из Вьетнама. Чтоб вы не орали, что все донатное, мы делаем пережеванный скин, работяга в консерве, но не та, которая была, а другая, но более крутая, поэтому да, попробуй пиздануть нам. Что это было? Спустя столетия, вы заебали, поэтому мы удаляем нахер серенькие херовины. Из-за этого вы получите бабло, но не успевай радоваться, так как все получат пиздюлей. На самом деле, мы взболтнули вам, и нихера вам не дадим, а ваши питерские протезы слетели к черту. Теперь эти протезы вы сможете купить только за бабло, но не за игровое, а за настоящее. Протезы теперь делятся на херню, нормальные и охуенные редкости. Но забыли пиздануть, что охуенный протез можно вставить только одному рабу. Мы видели и слышали ваши бомбежи, как вы сливались от ботов, поэтому мы добавляем кнопку «Послать нахуй гандона». Теперь вы сможете послать малолетних дизлайкеров и конченных ибанатов-руинеров. Будь начеку, ведь мы забаним тебя. Если вы любитель киберкотлеток, то вы сможете получить на халяву отъедки. В числе которых цыганка из Инстаграма. Если вы сделаете ставочки на спорт, то получите нихуя, а также мы забаним вам аккаунт. Если у вас нет бабла, то теперь вы можете потратить зеленые блины, но если у тебя есть гемы, то как ты будешь нищим, неважно. В дружеских гачи-тусах можно играть за одинакового раба. Новые повестки. Протеина больше нет. Поэтому идите кубарем отсюда. Звездочки и хуяджеты можно купить напрямую у евреев.
В забивах с ботиками можно пытать раба. И запомните, если увидите этого гачимена, бегите и спасайтесь. Или иначе он вас догонит и начнет веселиться. Подписывайся, и тебе выпадет песок. А мы сваливаем отсюда искать шизоида. Если найдете его, сообщите нам. Мы погнали. И бать копать крепко и однако. Инвест кошели. Что? Молчать. Я после пьянки. Инвесторы, инвесторы. Идите нахер. Сучара позорно и отпусти. Хера себе, он ибнулся. Какие вкусные волосы, заверните еще. Нахера мы на мусорку глядим? Я найду свои котлеты в носках или трусах.